Так, я хочу вторую часть про это письмо поставить. Письмо я вчера ставила, 2000 год, 2 марта было написано моей матерью, у которой, согласно психиатру одесскому, значит, на слободке, психиатру, который работал на слободке в 2004 году и, значит, который лечил моего покойного степ-брата, вот, что у нее шизофрения. Ну, я не знала, ну как, мне 55 лет, там, шизофрения, ну, с виду не скажешь. Вот. Когда она в 2019 вызвала полицию моего сына старшего на Артурчика в Одессе, и тогда это для меня, это уже был не звоночек, а я тогда перелекалась, вот именно очень сильно испугалась, когда вот в минуту я поняла, что, ну все, у нее с башкой, вот, реально, я не знаю, там, бесноватая или с этого шизофреничка, вот реально то, что подтвердились слова доктора, который мне, для меня вообще это была, ну, как бы новость неожиданная, это сейчас мне 55 лет, вот это было ровно 20 лет назад. Вот в Одессе он мне сказал. И, во-первых, я с 15 лет думала, что у Сергея эпилепсия просто. Вот. А в 2004, когда ему было 24, я узнала, что он уже практически 10 лет на этом вот на учете у психиатра в Одессе был. С 15 лет, что у него шизофрения. Там целое дело, значит, мне доктор показал. И когда я спросила, как лечить голову моего брата, он сказал, перед тем, как лечить голову вашего брата, нужно вылечить голову вашей матери. Вот. И в шизофрении есть эти вот там признаки, паранойя, голоса. Она скрывала, я только в 2000, то есть после того, как вот он мне сказал, я об этом задумалась серьезно. Ну как серьезно, я и раньше подозревала, подозревала. Она мне говорила, что у нее мать сумасшедшая, вот, что ее мать сумасшедшая, бабушка, и периодически у нее, во-первых, у нее официально у бабушки была психопатия, то есть ее именно мама, вот, и у ее отца белая горячка, вот, он беса видел, чертей, и это было у меня на глазах, и он не чертей видел, он видел черта, он говорит, он черт побежал, и вот только сейчас, анализируя всю вот эту вот картину, мне там с 6 до 12, вот, я проживала в квартире вместе с бабушкой и дедушкой, и, значит, с матерью, и причем бабушка и дедушка, они 90% проживали на даче и приезжали только искупаться, вот, в квартиру на проспекте Шевченко. И, то есть я помню вот эти вот слова, когда он говорил, ну, когда я совсем маленькая была, я же маленького была роста, ну, там, 6, 7, 8 лет, вот, и, значит, я помню, как он там говорил, вон, черт побежал, вот, и я просто подумала, это сравнило, как бы, вот, совсем недавно, я посмотрела видео врачебные, то есть эти вот врачи рассказывали, как там мужчина один прожил жизнь, в общем, вышел на пенсию, и у него была руководящая должность, ну, тогда все нормально было в жизни. Потом, когда вышел на пенсию, он там, так сказать, с этими вот, с дружбанами со своими, они стали квасить, скирогасить, и вот на старости лет он, значит, увидел черта своей внучки и взял ее за руку, увел в эту вот в баню и взял орудие. Вот это все наблюдала его жена и видела, как он единственную любимую внучку, в общем, на тот свет отправил при помощи, ну, вот, на английском это слово axe, вот это вот, вот. И то есть у него был вот этот вот приступ, то, что он увидел беса.
Именно во внучке. И его совсем недавно я подумала, ой, мамочки, это же они все скрывали от меня, я имею в виду, скрывали от меня. Там много было, что скрывать, и как вообще вот мне, допустим, там, 6-летний, 7-летний сказать, за все кошмары, все, что натворили женщины в доме. Я имею в виду бабушка и этот вот мать. А смотрите, в аду, насколько вот я понимаю, там будут все эти вот... Ну, во-первых, в аду я, это мое видение, мое этот вот. В аду будут винить друг друга. Вот это вот ты виновата, это вот виновата. Дело в том, что каждый видит свою правду. Всю вот истину видит только вот Господь Бог, Иисус Христос, и каждый имеет право на свое вот видение. Вот, я их, ну как бы, имею ли я право вот винить их, то, что вот они там скрывали? Да, они скрывали про инцест. То, что вот моя мать в 6 лет, когда мне было 6 лет, в Тирасполе, значит, совершила инцест и была поймана на инцесте. Собственным мужем. Вот, моим отцом, предполагаемым по документам, который скончался, вот, он потом с ней не жил, то есть он развелся с ней и развелся со мной. То есть он вполне вероятно, ну, он совсем недавно умер, он скончался, причем в моем доме, вот, в Одессе. Скончался этого вот 4 октября этого года, 24-го, а сегодня у нас 20 ноября. То есть 40 там с чем-то дней назад. Вот, и... то есть его биографию я даже не знала. То есть мать вообще ничего не хотела рассказывать. С 6 лет до 20 она все скрывала. То, что она совершила вот этот вот инцест. То есть это было не просто прелюбодеяние. Она была поймана на инцесте. И когда она, значит, схватила меня и убежала в Одессу, вот из Тирасполя, и обманула отца, сказала, что муж ее бьет. Вот и меня. И он ее прописал, мой дедушка. У него было всего лишь двое этих вот детей. И, значит, когда он ее прописал, дедушка, вот, в квартиру обратно в Одесскую, тут раз и приезжает ее муж. Значит, Павлов, по документам мой отец. Я таки не знаю, там, по ДНК он родной или нет, но, во всяком случае, он по документам, и я рождена. То есть он мне этот вот при рождении записал меня на свою фамилию. И поженились они в ноябре, 13 ноября 68 года. Я родилась 11 мая 69. То есть уже с 6 лет я просчитала, что 6-месячные, ну, на то время, 55 лет назад, 6-месячные дети не жили. Вот. И значит, то есть, когда приехал мой отец и рассказал это вот отцу своей жены, он сказал, я буду с ней разводиться, и, значит, потому что там было вот прелюбодеяние, вот с тем вот я ее поймал. И у деда совсем уехала крыша, потому что, значит, смотрите, он прошел войну, одну, вторую, финскую, вторую мировую, концлагерь, плен. Этот вот рабство во Франции, не захотел жить там в США или этот вот там во Франции, в общем, хотя в него влюблена была эта вот француженка, и ее отец пекарь, который вот выкупил деда из концлагеря, взял его как раба себе на время, то есть он уехал в Одессу. Как-то эта Моника не захотела ехать, я не знаю, может, не захотела в Одессу, вот я, может, от семьи не захотела, я не знаю. Ну вот, она осталась вот, вот во Франции. И он приехал в Одессу и выбрал бабушку, она его на 11 лет младше. Вот, и смотрите, там случилось прелюбодеяние. То есть родилась моя мать, а потом вот между моей матерью и этот вот и Игорем, это ее единственный брат выживший, он ну, до сих пор, вот, я не знаю, жив, не жив, Кондрашов Игорь. Вот, он спортсмен, мастер спорта по парусному спорту.
Значит, я его, я проживала с ним в той же квартире, что Глосенька, я пока говорю, с 6 до 16 лет вот в Одессе. И, то есть я наблюдала, как вот его родной отец его ненавидел. То есть он когда напивался, дедушка мой, он вообще Игоря к себе не подпускал, говорит, убирайся, это вот, ты вообще нагуленный, ты цыган, вот в таком плане. То есть я это видела, вот это вот, я свидетель. И когда я спрашивала бабушку, что случилось, но я этот вот, подожди, Бося, я это вот делаю видео. Вот. И бабушка говорила, что это все война. Вот. Но да, война, ну, допустим, я верила бабушке, но вот такое вот оставалось какое-то. Почему? Причем тут война, к тому, что он этот вот обзывает, не обзывается, а вот ненавидит так вот это вот ненависть именно. К этому вот, к своему единственному сыну. То есть убирайся, и все, и вот так он и наследство не получил, я имею в виду Игорь, и вообще вот, то есть, и, ну, то есть, моей матери вот все как бы, ну, все привилегии были, а вот ему вот ненависть. И я же, а тут раз, и второй удар. Значит, а как там? Там получилось прелюбодеяние. В общем, между этот вот между моей матерью и Игорем, вот ее младшим братом 11 лет разницы, а вот на середине значит, пришел сосед по даче, его звали Юра. Представляете, вот такой вот именно Юра, как вот мой отец по документам тоже Юра. И приходит мужик и говорит, там, я переспал с твоей женой, вот. И, то есть, было прелюбодеяние. Это от меня скрыли. Это мне только вот, я об этом узнала, о прелюбодеянии бабушки. То есть, поэтому дед, ну, когда он увидел Игоря, то есть, он его просто ненавидел. Вот. После того прелюбодеяния он уже не верил этому вот бабушке. Вот, вот в чем была. То есть, это как бы последняя капля была, вот как вот с телефонным тем звонком, то, что моя мать позвонила вот в полицию, то была последняя капля, которая я сделала свой выбор. Я имею в виду, в том плане выбор, у меня муж, вот, Стив, 16 лет, мне говорит, Оксана, тебе нужно сделать выбор между, вот, Артур или твоя мать. И я говорю, да я не могу сделать выбор. И я еще не понимала, потому что мать говорила, вот, у тебя там заповедь, почитай, значит, родителей. И вот родители, я же мать, отец там не заботился, да. Отец им не заботился, он не заботился, только у меня в голове еще не было, что это вот инцест. Я только в прошлом году додумала, что это инцест, и вообще, о чем должен этот вот. Не просто не заботился, он, у него отчисляли, то есть по документам. Смотрите, здесь такое вот интересное, то есть она подала на эти вот, на алименты, и у него с работы отчисляли, а тогда еще 55 лет назад не делали это вот результат ДНК, то есть если он уже записал, то есть обманула и обманула, я имею в виду, он ее поймал, когда мне было 6 лет, там, на инцесте, но она же и могла вот, я могу быть и не родна, если уж до такого докатилась, если моя бабушка там изменила, ну, хоть с соседом, но не с этим вот, не скромным родственником, то моя мать вообще уже это вот тряхнулась и там скромным родственником. Но если у нее, допустим, вот эта вот шизофрения, ну вот, для нее это, то есть она живет в своем собственном мире, то есть для нее это, вот, она же говорит там, ну и что. Или, поэтому я говорю, есть или варианты, что вот она... разум совсем это вот потеряла из-за своих сект, или я не знаю, там с рождения, то что у нее вот эти вот там, я же ее не знаю с рождения, я ее знаю, я вообще знаю, она меня ненавидела, вот это вот я знаю, и я просто знаю, какая она вот реальная, я знаю, какая она реальная. И вот это вот письмо, что она мне здесь писала, здесь вот это вот, когда я его читала, я прекрасно помню, вот я в Аргентине сижу и думаю, это что, шизофреник пишет, или вообще, вот, вообще о чем это письмо, но моя мать жила всю жизнь в своем собственном мире. То есть, если не знать мою мать, то вот это вот письмо может показаться, знаете, вот абсолютно нормальным этим вот письмом. Здесь нужно расшифровывать каждую эту вот...
практически каждое слово, и вот говорить как вот в реальности. То есть не просто ее, вот это вот ее реальность. Но у шизофреников у них голоса в голове. Я только в 35, я в свои 35 узнала, что у нее голоса. И она вот делала то, что ей голоса говорили. Ей не просто голоса. Вот, например, она там продавала одесские эти вот квартиры. То есть когда я делала ремонт в этих вот там в ее квартире, то есть я даже не знала, что у нее там голоса или то и все. То есть от меня скрывалась вот информация, полная информация. То есть она мне говорила, что она ненавидит эту вот бабушку. Мне бабушка говорит, она меня бьет. А кому верить? Потому что мать ненавидела бабушку. У бабушки я не видела ненависти к матери. Наоборот, она с нее пылинки сдувала. Вот Валечка. Но она выбирала, она делала все, что вот моя мать говорила. Непонятно почему. Вообще непонятно почему. И я их видела вдвоем, что вот они действовали заодно. Например, когда там мне было, ну она уже, когда моя мать вышла этого вот замуж за этого за отчима, то есть моя мать знала, что вот он бандюга, что он работает на этого вот, на бандита в этом вот, на одесского. На то время самый ужасный бандит этот вот Карабас. На то время. И, то есть, нормальный, вот, смотрите, и она все время вот мне говорила, что там, он классный, он строитель, он числился как строитель, но этот вот на заводе январского восстания, но по-настоящему он, у него там была своя бригада, и он этот вот работал, получал подряды, вот этот вот бандюха, вот этот вот Карабас говорил ему, то есть там было... Он знал лично начальника сырной базы, сыркомбината, там мясокомбината, сырной базы, вот. И ему давали вот эти подряды, и он делал ремонты. Делал ремонт, и вот я имею в виду, как лично это вот, ну, доверенное лицо, и у него очень непростая биография. Потом оказалось, я вообще не знала, он непростой строитель. Он непростой строитель, если вот эти вот как масоны, знаете, вообще просто офигели, если там раньше скрывались это вот, то позавчера я вообще пришла в магазин, здесь соседней деревни, где у меня Артур живет, и там этот TJ Maxx магазин. И рядом, прямо рядом с магазином, доска объявлений. И я смотрю, эти вот там собрание масонской ложи тогда-то, то есть у них уже планы, просто это все в открыто, вот эти вот масоны, и масонские храмы, масонские ложи, вот эти вот строители, то есть вот эти вот тайные секты, то есть на них вроде посмотришь, вот как Артур у меня работал на этот вот, ну, работодатель его был, который вот тоже скончался, вообще совсем эти вот, 2 октября, причем он давно на него работал, он работал лет 12 на него, вот это вот Джон, который вообще, он не Джон, а Реженнер, и вообще он француз, и вообще он родил канадский француз, и вообще он из богатой семьи, и вообще он мормон, и его там представили как этот вот Джон, Джон спортсмен, значит, вообще, он этим вот рестлингом, вот этим вот борьбой занимался. То есть Артур, когда вот стал на него, ну, как бы, тот ему работу предложил. То есть он брал на поруки каких-то этих вот... Он работал на государство США. На поруки брал этих вот... педофилов и ночных эти вот там мужиков разных, ну, в общем, которые статьи, причем очень серьезные статьи. И как там надо было 24/7 курировать их. Вот. И значит, там же, ну, он же не может, ему же спать надо, ну, например, и он может только 12 часов, вторые 12 часов, то есть он Артура взял как бы напарником. И вот Артур за те 12 лет, он много поузнавал, что он не просто там этот вот борец, ну, это занимался там борьбой, а он еще мормон и то и все, а вот эти вот тайные секты, знаете, здесь может человек просто вот как вот это вот с Николь Кидман широко закрытыми глазами, знаете, там муж и жена, но вот вещи, которые происходят, вот, то есть вот эти вот тайные сообщества, вот, я имею в виду тайные сообщества. То есть я знаю вот эту вот кухню, потому что моя мать тащила вот в те вот
О, я же твоя мать. Вот, и я сейчас вот этой вот группе, там это вот сообщество, там мои друзья, мои друзья, мои друзья. Вот притащила меня туда, а какие-то эти вот, я давай с ними там знакомиться. Ну там, ну они говорят, там светлое будущее, все, все такое светлое, мы все религии объединяем. Ребята, они верят в перевоплощение. И вот когда я сидела, слушала, как, допустим, журналистка, слушала их истории, то есть они как-то рассказывали то, что у них происходит в их жизни. Там с бабой, с которой она познакомилась, той же в Одессе, у нее была единственная дочка, значит, рождается единственный внук. И эти две бабы вступают в секту, и дочка оставляет, значит, матери своего сына там, допустим, там на пару часов посмотреть, и та, пока кадила этим индусским этим богам, ребенок выпал из окна, и все. И они, и та, значит, это бабушка, бабушка такая: «Ой, он сейчас сидит бабой». И вот я сижу, смотрю, и это, ну вот, с которой вот ходили вот с мамой вот из секту. То есть она же, ну, я имею в виду вот эти вот по плодам, то есть я говорю, благословения вообще никакого. И, а вот что дочка сделала? А дочка то же самое, с ней на одной волне. Ну что, сейчас ему, значит, классно, там будет перевоплощение, это вот, значит, он там уже сей бабой. И дочку увезла, то есть как бы ребенок этот вот погиб, мальчик. И вот из-за этой дуры бабушки, ну, у моей матери вот то же самое, то есть ей невозможно было, ну, знаете, как это вот оставить ребенка моего. То есть я видела вот эту вот ненормальность, но когда у тебя и бабушка вот с этими вот с ненормальными, и там и бабушка, и дедушка, и этот вот и мать, и этот вот и отчим, то есть нормальный человек, смотрите, вот этот вот отчим, который работал на Карабаса, у него вообще биография, я тоже не знала, то есть мать это все знала, то есть не я же вот жена того этого вот отчима. Но когда он появился у меня в доме в 12 лет, во-первых, значит, они меня выкинули из моей комнаты, сказали, пошла вон, и поселили жить вот с этим вот, с кровным родственником, с материнской, вот эти вот, с кровным. Я же не знаю, вот этот вот, а он, ну да, какая-то часть, допустим, там по бабушке есть родственник, но, значит, моя мать же с таким же самым вот спала, с этим вот родственником. Для чего они меня вообще туда вот поселили, к этому вот, ну, я имею в виду к Кондрашову Игорю. И он, ему уже было 22, мне 12, он уже взрослый мужик, который пил, гулял. Я еще никогда не рассказывала один вот случай. Значит, мне уже было, вот смотрите, я там прожила вот с ним в одной комнате с моих 12 до 16. Посмотрите на мою Дженнифер. Она высокая, такая девочка красивая, а ей только 13, вот ей почти 14, а мне там уже было почти 16. Я так помню один момент. Значит, он пришел очень бухой, Игорь, там еще никого не было. То есть квартира пустая, и он пришел очень пьяный. И я помню вот эти вот глаза, его такие вот. И он как-то впервые меня не этот вот, он меня обычно мало, он мне все время мало, он меня никогда по имени не называл Игорь. Но представьте, ему уже лет 26, и если он бухой, и если дед у него, ну этот вот отец, белая горячка, ну я имею в виду алкоголик, причем до такой степени вот, что стоило деду уже под конец жизни выпить, вот если он духи даже находил, вот что угодно, то есть он уже там ни пиво, ни водку, он эти вот пил все, что содержит этот вот алкоголь, причем ему было достаточно, я имею в виду, он выпил Красную Москву там от бабушкиных этих вот духов. Бабушкины духи, а Красная Москва, и все, и тут же у него там уехала крыша, вот это вот, там видит вот эти вот бесы. Но я до сих пор помню вот те вот глаза, когда он вот это вот на меня глянул, он пришел бухой, стал раздеваться, вот я, насколько я это помню. Вот смотрите, у меня же тоже может, я это не придумывала, это был какой-то вот такой вот момент, это же я не придумала, что он меня остановил, когда вот у меня там это вот лунатизм был, и вот Игорь раз и меня вот там сказал: «Оксана, ты куда?» Вот, то есть я проснулась, вот у меня с 12 лет, как меня переселили в другую комнату, у меня открылся лунатизм. А там еще комната, вот где мы с Игорем жили, она была с балконом. То есть я пошла сама на балкон. А Сережа же, вот мой брат покойный,
Я же его остановила в 2004 году. Он сказал, что вот, значит, у него был приступ эпилепсии. Отвезли вот, вот в областную, на Котовского в Одессе. И, значит, я осталась на ночь с ним. И вот ночью вдруг он просыпается и идет к окну. Вот, там открывать окно. Я говорю: «Сережа, ты куда?» А он такой: «Я птица, я могу вот полетать». То есть мать скрывала, что она вот в каких она... Она, ну как скрывала? Она сама вот, вот как в Одессе была, так она все время помешана на йогах. Вот йоги для нее это все. Вот это все. Она вот реально просто помешалась на них. Она там обмазывалась мочой. Она пила ту мочу. Там везде бутылки были с той мочой, бутылки, банки, в общем, просто, ну, этот вот, комплект, это я еще даже не знала, что у нее там голоса, потому что каждый раз, когда я приходила там к ней, говорю, вот там, а где там мебель? А говорит, а мне голоса там сказали, там, то отдать, то это вот, то отдать. То есть я избавлялась от этого вот, от ненужного материального. Я говорю: «Ты что, рехнулась?» Я говорю: «Это же я».